газообразный аммиак выделяется из раствора аммиака. Посмотрим, как газообразный аммиак окисляется кислородом воздуха в присутствии оксида трехвалентного хрома. Оксид трехвалентного хрома – катализатор реакции окисления аммиака. Оксид трехвалентного хрома получим реакции разложения дихромата аммония. Дихромат аммония разлагается при нагревании – горячие частички оксида хрома трехвалентного разлетаются в стороны. В колбе с аммиаком у поверхности каждой частички оксида трехвалентного хрома загорается аммиак. Оксид трехвалентного хрома – катализатор реакции горения аммиака. При окислении аммиака образуются оксиды азота и вода. Оксид хрома трехвалентного зеленого цвета.